В Экибастузе продолжают устранять прорывы на теплосетях. К нам в редакцию поступили жуткие кадры из замерзающего города. Их сняли сами жители. Огромные течи в трубах и фонтаны горячей воды. Люди возмущены тем, как готовили городские сети к отопительному сезону. К зиме готовились ребята. Чепики свежие убили. Если порывы на улицах выглядят не так страшно, то внутри некоторых квартир и зданий происходит настоящий потоп. Горожане переживают, что ремонт им обойдется в крупную сумму. Тем временем оперативный штаб сообщает, что Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. Однако без отопления остаются 42 многоэтажки, 90 частных домов и 2 учреждения образования. Работа на аварийных участках продолжается. Для оперативного восстановления теплоснабжения в Экибастуз приехали павлодарские специалисты. Вслед за ними прибудет подмога из Караганды, Астаны и Петропавловска. Добавлю, занятия для школьников и студентов сегодня проходят в дистанционном формате.